15 марта сотрудники ГИБДД МОМВД России Кашихабльский совместно с администрацией Кашихабльского сельского поселения провели на территории поселения профилактическую операцию под названием «Внимание, железная дорога». Уважаемые автомобилисты, жители аула Кашихабль и гости райцентра, в целях повышения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах администрация муниципального образования Кашихабльское сельское поселение проводит акцию совместно с сотрудниками ГИБДД по Кашихабльскому району «Внимание, железная дорога». Всех водителей, которые проживают на территории аула Кашихабль и в районе в целом, призываем соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Более 95% ДТП происходит по вине водителей, также и пешеходов. Особенно хочется обратиться к пешеходам, переходящим железнодорожные пути, оборудованными настилами. При завершении вами перехода через пути обязательно снимайте капюшоны и наушники, которые мешают услышать звуковой сигнал и увидеть движущийся поезд. Также просьба не подъезжать под стоящие на путях составы. Железнодорожный переезд и пути – это объект повышенной опасности, требующий особого внимания и неукоснительного исполнения правил дорожного движения. Чтобы избежать трагедии, не торопитесь, соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны, не ограничивайте жизнь железнодорожным переездом. Счастливого и безопасного пути! О цели данной операции нам рассказал инспектор по пропаганде Ася Карданова. Совместно со специалистом муниципального образования Кашихабльское сельское поселение и с работниками железных дорог проводится операция «Внимание, железная дорога». Цель данной акции – призвать водителей автотранспортов и пешеходов быть внимательными, проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма на железных путях. Водителям напомнили о предусмотренном административном штрафе в случае несанкционированного выезда автотранспорта на запрещающий сигнал светофора либо закрытом или закрывающемся шлагбауме. В этот день участники акции призвали участников дорожного движения соблюдать правила пересечения железной дороги на переездах. В целях профилактики проводится акция «Внимание, железная дорога» вместе с администрацией Кашихабльского сельского поселения и отделом государственной безопасности дорог по Кашихабльскому району. Раз вручаем вам брошюрочку, будьте бдительны на дорогах, не торопитесь. Помимо работы с водителями, беседы были проведены также с пешеходами, переходящими железную дорогу. Я инспектор по безопасности дорожного движения. Вот вам листовки. Правильно переходите в установленных местах переезды. Хотим вас предупредить, что переходить пути в капюшоне, тем более в наушниках, категорически нельзя, потому что оно вам мешает услышать звуковой сигнал поезда, тем более движение поезда. Так что берегите себя и своих близких, не повторяйте больше таких ошибок. Хорошо. По словам Зураба Таова, подобные акции будут расширяться и носить систематический